15 січня мешканці району провели останню путь ветерана праці, учасника війни, почесного громадянина Мелітопольського району Лесю Михайлівну Кузьменко, яка пішла з життя у 98 років. Ця жінка присвятила себе розбудові Мелітопольського району. Колеги та друзі згадують її як справедливу та турботливу людину. Мене зв'язувало більше 50 років життя з цим чоловіком. Це був світлий чоловік, її абсолютно все цікавило завжди. Вона всю життя проработала на партії, на совєтській роботі. І якщо щось відбувалося в районі, вона повинна бути в курсі справи. Поэтому она всегда требовала от меня информации, пока я еще работала. Ну и после уже, когда я с ветеранской организацией была связана, она просила, чтобы я говорила. Ее интересовало все о политике, о хозяйственных делах района, о личной жизни людей. Когда она еще работала, о ней ходили легенды в районе. Настолько она была коммуникабельна, настолько она вот могла с людьми пошутить, что-то сказать, поддержать. Она была очень работоспособная, очень ответственный человек. Что хотелось бы сказать сегодня, то, что вот она и на сегодня легенда нашего района. Я бы сказала, для всего колхоза она была просто мамой. Она заботилась о людях, волновалась всегда за нас. Потом, когда ушла на пенсию, она работала директором пионерлагеря «Чайка». Она добилась пионерлагерь расширить, чтобы наши дети могли там отдыхать. И вот сколько лет она уже на пенсии, все-таки возраст у нее приличный, не каждому дано до такого возраста дожить. Она всегда всех поздравляла, того, тех, кого знает, с кем работала, с днем рождения, с Новым годом, с 8 марта. Это у нее было обязательным. И только первый год вот она не поздравила с Новым годом. И мы подумали, что все-таки Леся Михайловна, наверное, ну, уже заболела. У різні роки Леся Михайлівна обіймала посади заступника голови колгоспу імені Леніна, секретаря парткому колгоспу «Шлях Леніна», директора піонерського табору. За своє життя була нагороджена багатьма відзнаками. За словами друзів, в їх пам'яті вона назавжди залишиться як людина, яка любила життя та працювала заради благополуччя інших.